Ой-ой-ой, а зачем вот это все? Кому это нужно? Это будут карточки. А вот какие? Роман Зозуля! Вот сейчас будет драка. Вот сейчас уже поздно, Рома. Сейчас уже нужно немножечко поспокойней и пойти домой. Адебайор. Адебайор держит в жарких объятиях Романа Зозулю. Прямая красная карточка за удар Фертонгена. А теперь мы посмотрим, как это было на самом деле, потому что на общем плане разглядеть было непросто. Фертонген пришел там, потолкался с Зозулей. Но это, вы знаете, Фертонген исполнил Матеуса из первого тайма. Это ни разу, конечно же, никакая не красная карточка. С подсказки лайнсмена Романа Зозулю изгоняют с поля.